Ребят, всех рад приветствовать на канале Автохакер, случайных пользователей и все, кто уже давным-давно подписан на мой канал. Вот такая вот штука офигительная. Сегодня на рынке увидел, сразу же купил на автомобиль ВАЗ-2101. Будем устанавливать кнопку автозапуска. То есть, если видос наберет хотя бы 1000 просмотров, покажу, как мы ее установили уже на деле. То есть ключ не нужен будет, просто на кнопочку старт нажали, машинка завелась. Еще одна фишка, вот такие вот крутые ключи, офигительные, как у Аудюхи. Вот это вот все стоит 900 гривен, то есть за штуку вы получаете офигительный комплект. Тут есть и сигнализация уже в комплекте идет, видите, очень провода различные, вот датчики. И так дальше. И еще крутая фишка автозапуска. То есть ты на кнопку нажимаешь, как у меня на Dodge, да, и на крутых автомобилях. И у вас, благодаря пульту, запускается двигатель на автомобиле. То есть вот инструкция, что она выполняет это. Вообще вот это вот все. Значит, первое. Пассивная система без ключевого доступа. То есть без ключевой доступ. Ты в автомобиль подходишь, за ручку дергаешь, вот такое вот ставишь возле дверей. И, соответственно, у тебя автомобиль открывается. Это вообще просто на жигуль. Представляете, что китайцы выдумали. За 900 гривен всего на все. Система запуска, основная кнопка. То есть ты на кнопку нажал, и машина запустилась. Вот. Как у меня. Сервисный режим, беззвучный режим, включение и отключение функции ПКЕ, обнаружение автомобиля ситуации самостоятельно, защита с помощью подвижного кода, функция дистанционного запуска, остановки двигателя, то есть вы можете и запустить машину, старт кнопки, да, с вот этой вот офигительной, и совершенно заглушить ее, ну, вообще бомба. И сигнализация о незаконном запуске, то есть еще здесь и сигналка. Вот такая вот штука, снял вам такой видос бомбезный, что можно купить и установить на свой автомобиль Жигуль. Вот мозги, блочок, который устанавливается. Если есть уже сигнализация, все, то вообще просто вам вот этот вот блочок установить и просто пушка, бомба, ракета. Ну, меня заинтересовало из-за вот этой вот кнопки автозапуска это все дело. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, будем это все устанавливать и покажу вам скоро временем, как это все работает, просто-напросто офигеваю сам, а когда еще установится, это все будет просто пушечка. До скорого!